Всем привет! Меня зовут Дина Яковлевна, и я продолжаю знакомить всех современных бабушек и дедушек с компьютером и его возможностями. Сегодня мы продолжим говорить о компьютерных колонках. В обозначении конфигурации колонок цифра 1 после точки указывает на наличие сабвуфера, который обеспечивает низкие частоты и одновременно является усилителем. Сам сабвуфер подключается к звуковой карте компьютера. Колонки с сабвуфером превращают компьютер в полноценный мультимедийный центр. Например, конфигурация 2.1 говорит о наличии сабвуфера, который отдельно воспроизводит низкочастотный диапазон. Такая конфигурация обеспечивает достаточно хорошее качество звука, но стоимость такой системы будет выше, чем с конфигурацией 2.0. 5.1 и 7.1 – самые дорогие и высококачественные конфигурации. Эффект присутствия обеспечивает многоканальный звук высокого качества и особое расположение колонок. Колонки 5.1 расставляют следующим образом. Три колонки напротив слушателя, по одной колонке слева и справа. В акустике 7.1 добавляются еще две колонки, расположенные сзади, тыловые. Надеюсь, теперь вам понятнее, какие колонки выбрать. До встречи в онлайне. С вами была Дина Яковлевна, бабушка в сети.